Je deviens Miraculous Ladybug. Miraculous, dans ton bonheur, Lady Magique et Lady Chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous, Miraculous. Вау, а ты сильна, Багинет. Мы никогда не побеждали злодея так быстро сделано. Багинет, что с тобой? Сделано, да-да-да. Нам нужно перепроверить, все ли в порядке в Париже. Отправимся в патруль. Не расскажешь, что случилось на самом деле. Ты даже на звонки не отвечаешь, Багинет. Что ты имеешь в виду? Все замечательно. У меня осталось еще немного времени, но я не хочу потратить их на разговоры. Я знаю идеальное место, где мало говорят. Идеально, я с тобой. О, моя милая. Почему ты меня не любишь? Ты заманил меня в ловушку. Тише, ты же не хотела разговаривать. Je te cache trop de secrets, Ronaldo. Ne fais pas ces yeux de chien battu, je t'en prie. Mais... Je vais tout te dire. Je vis une double vie, Ronaldo. Да ты издеваешься надо мной! Не говори ему больше ничего! Говори потише! Романтические фильмы – отстой! Они нереалистичны. В реальной жизни девушке нужно много времени, чтобы сказать парню без заикания и прочих бла-бла-бла, что она его любит. А как узнать, любит ли он ее тоже? Невозможно, поэтому она решает, что никогда не будет вместе с ним. Она влюбляется в кого-то другого, и все очень просто и легко. Без заикания держатся за руки, целуются, и сюрприз! У девочки есть секрет, а мальчик не любит секретов. Нормально! Им приходится расстаться, и все будут несчастны до конца своих дней. Конец. Вот вам и романтическая комедия. Извините, скорее пошли. Небольшой совет. Не ходите на романтические комедии, лучше сходите на блокбастер с крутыми спецэффектами, без соплей, без вопросов и разговоров. Потому что им нечего сказать друг другу. По крайней мере, хорошо проведете время. Простите. Слушай, моя леди, я совсем не понимаю, о чем ты говоришь, ведь я ничего не знаю о твоей жизни. Но я знаю, что такое разбитое сердце, и мне кажется, это оно. У меня разбитое сердце? Не понимаю, о чем ты. У меня все замечательно. Хочу поплавать, а ты пойдем в бассейн. Знаешь, если захочешь поговорить, я всегда рядом. Бассейн! Грустно. Я же говорила, что нужно убрать все эти фотографии. Стойте, мне не грустно, и эти фотографии меня не беспокоят. Вовсе нет, это просто фото моих друзей. Я люблю моду и своих друзей, так что оставьте все как есть. Я в порядке. Итак, у Маринет проблема. Она тоскует по любимому. Ранее она была влюблена в Адриана, но она не смогла ему признаться, потому что мы говорим о Маринет и Адриане. Затем на сцену вышел Лука. Маринет уже может с ним говорить, потому что это Лука, и они вместе. Они такие милые, правда? Как бы то ни было, они расстались. Но суть в том, что Маринет никогда нам об этом не рассказывала. Если бы Лука не рассказал своей сестре Джулике, которая рассказала Роуз, которая рассказала Милен, которая рассказала Алекс, которая в итоге рассказала мне, а я ее лучшая подруга, я до сих пор не знала. Вчера в школе я была в туалете и услышала, как она плачет. Маринет, ты плачешь? Я плачу. Совсем нет, я никогда в жизни не была так счастлива. Мы должны устроить крутую вечеринку, ведь я так счастлива. Но почему она так упорно скрывает от нас? Если даже Алье не рассказал, это серьезная проблема. Что же нам делать? Что сейчас нужно Маринет, так это все обсудить с друзьями. Предлагаю позвонить и обсудить. Проверка кролика. Кажется, попала на автоответчик. Это Маринет, оставьте сообщение. Привет, Маринет, это мы. Привет. Просто хотели сказать тебе, если захочешь поговорить когда-либо или где-либо, мы всегда готовы. Перезвони, любим тебя. Мы должны вмешаться. Нам нужна Тики. Я это решу. Почему бы тебе не пообщаться с друзьями по говорящему устройству? Чтобы сказать им что, все нормально? Может, тебе стоит детрансформироваться? Нет, мне так удобнее. Если теневой бражник атакует Париж, я буду готова. Это хорошо, но ты не думаешь, что Тики хотел бы немного отдохнуть или перекусить? О нет, Тики! Да трансформация! Ты в порядке, Тики? Определенно лучше, чем ты, Маринет. Может, нам стоит это обсудить?
Девочки, может, нам стоит пойти к ней домой? Мы можем сделать для нее браслет дружбы, чтобы она не забывала, что мы всегда рядом, и она может всем с нами поделиться. Я прочитала в старом журнале, что так делали в одном американском племени. Мы все мысленно раскроем свой секрет жемчужинам. И как только Маринет раскроет жемчужине свой, то браслет нас всех объединит. Вау! Готовы? Разве не проще было бы обсудить ее любовные истории за стаканчиком апельсинового сока? Ну ладно. Пока я Леди Баг, у меня не может быть настоящей любви. Что ты хочешь сказать этим, Маринет? Ты и так все знаешь, Тики. Мне пришлось расстаться с Лука, потому что не могу сказать ему правду. То же самое будет с Адрианом. Я не могу ни с кем поделиться своим секретом. Я не могу быть честна ни с моей лучшей подругой, ни с родителями, ни с кем-либо. Мне приходится лгать все время и всем. Что мне делать, Тики? Я хотела бы помочь тебе, но к Кваме не влюбляются. Видишь, никто не может помочь мне. Жизнь Маринет слишком сложна. Может, будет лучше, если я навсегда останусь Леди Баг. Тики, трансформация! Маринет? Маринет? Вау, только посмотрите на этой девочке. Тут кое-что новое и такое милое. Опять суперновое творчество, Маринет. Должно быть, она на крыше. Схожу за ней. Чего же ты ждешь, бражник? Я уже готова. Маринет, ты трансформация. Маринет, что вы тут делаете? Мы пришли проведать тебя. Ой, смотрите, это же новый домик. Снимем крышу, глянем, что внутри. Не трогай, отойди. Мне так жаль, Маринет. Пожалуйста, уйдите из моей комнаты. Ничего страшного, Маринет, мы поможем тебе все исправить. Не надо. Уходите. Очевидно, что что-то происходит, и мы не уйдем, пока ты не расскажешь. Все мы поделились секретами с этим браслетом, теперь твоя очередь. Я скажу, что не так. Вы все зашли в комнату без разрешения. Если мы друзья, то ты должна нам все рассказать. Настоящий друг никогда не подведет. Что, если я не хочу дружить с вами? А теперь на выход! У меня не было выбора, Тики, я должна была это сделать. Я знаю, Маринет. Теперь мне можно не врать, потому что теперь врать некому. А, что случилось? Девочки! Множество хрупких сердец разбились в момент. Какая прекрасная симфония для моих акум. Лети, мой маленький Акума, и очерни несчастные сердца! Я потеряла своего лучшего друга. Я надеялась, что это сработает. И это так грустно! Нет, это не должно было закончиться вот так! Секретная группа. Я теневой бражник. Ваша подруга не захотела рассказывать свои секреты. Я предоставлю вам силы, чтобы заставить ее рассказать их. Взамен я хочу, чтобы вы принесли мне камни Леди Баг и Катануар. Маринет должна остаться нашим другом. Неважно, хочет она или нет. И больше она не будет таить секретов. Я займусь ее поимкой. Никаких больше секретов, она нам все расскажет. А я верну время назад, чтобы все было как раньше. Мы ее утешим, и она снова станет нашим другом. И если Леди Баг и Кот Нуар попытаются нам помешать, ужастик не допустит их близко. Я пришла за тобой, Маринет. Я твой лучший друг. И лучше тебе рассказать свои секреты, иначе тебе не поздоровится. Постой, Трикс, лучше не надо. Помни, что произошло, когда ты использовал силу без владельца. Маринет, нельзя раскрывать свой секрет, Мираж! А?
Как она смогла? Остановись, Маринет, разве от друзей так убегают? За мной! Спасибо, Трикс! Тики, трансформация! Озвучено командой Юпикс. Разве к вами, не используя свою силу без хранителя, не должны вызвать катастрофу? Моя сила только создает иллюзии. Мой урон невелик. Да не сердитесь вы, ее сила все исправит. Я надеюсь. Ай, Трикс! Эйфелева башня поражает своим явлением власти, рекомендуют. Даю камамбер на съедение, что это Трикс. Трикс? К вам и иллюзий. Зато я точно знаю, что Леди Баг нужна моя помощь. Ну что ж, даже если это не так, мы должны помочь. Плаг трансформация! Маринет! Кто-нибудь видел Маринет Дюпенченг? В таком случае вы поможете нам найти ее. Мы к вашим услугам, принцесса ароматов. Она где-то спряталась. Разделимся. Думаю, у них вечеринка суперзлодеев, а нас не пригласили. Они ищут Маринет Дюпенченг, одноклассницу. Мы же уже не первый раз ее спасаем. Кажется, она всем нравится. Похоже, она поссорилась со своими друзьями сразу. Алло, ты тут? Я говорю, с пятью злодеями будет тяжело найти аккуматизированный объект. У тебя же есть идея, разве нет? Я хочу поймать одну, чтобы она рассказала, где Акума. Но для начала нужно остановить времеход. От возврата во времени. Хорошо, удачи, моя леди. Спасибо, тебе тоже. Эй, а это было долго. Как дела, мадмуазель Времеход? Я Времеход, и у меня нет времени для разговоров с тобой. Как жаль, Леди Баг, я не та, у кого находится Акума. Ничего страшного, всего, чего я хотела поговорить. Предупреждаю сразу, ничего не скажу. У вашей подруги Леди Вай-Фай проблемы с Леди Баг. Мы позаботимся об этом. Что, не хочешь поиграть с котом? Алья, если я правильно поняла, у тебя проблемы с лучшей подругой. Ее зовут Маринет, правильно? Я не знаю, что произошло между вами, но я хотела бы поговорить о моем друге, и она... Супергерой. Очевидно, у нас с ней есть секреты друг от друга. Даже моя личность, я не могу рассказать об этом, но мы все равно доверяем друг другу. Ты можешь отказаться от силы теневого бражника. Не слушай ее, Леди Вай-Фай. Если отступишь, не узнаешь ее секрет. Не слушай, Леди Баг. Я доверяю тебе, Алья. Ты нужна мне. Ты нужна нам, Рена Руш. Это невозможно. Да тебя никто так не делал. Ты невероятна. Потому что ты невероятный друг, Леди Баг. Сделано! Леди Баг, тебя ищет эта секретная группа. Я сражаюсь с ними, но не знаю, смогу ли долго сдерживать их. Леди Вай-Фай предала вас. Теперь она в команде с Леди Баг. Покончите скорее с котом и позаботьтесь о Леди Баг. Ты видела, где Акума? Он в браслете Времехода. Кот Нуар не сможет их победить одновременно. Я думаю, пора бы создать иллюзии.
Вау, как ты это сделала? Я много чего могу после того, как стала хранителем Камней Чудес. Хранителем? Но держи это в секрете. Ни слова в леди-блоге. Обещаю, я сохраню в секрете. Трикс, трансформация! Катаклизм не поможет. Больше нечего терять. Талисман удачи! Хорошо, у меня есть план. Слушай. Если прикоснешься к нему, я активирую силу, и кто знает, что произойдет. Зачем нам отбирать силы? Я просто сделаю тебя своим рабом. Время использовать твою силу. Мираж! Кот Нуар! Нет! Маринет! Ловите ее! Нет, заберите сначала Камень Чудес! Свернитесь! Спасибо, моя леди, я был на волосок от катастрофы. Вот для чего созданы друзья. Хорошо, вы двое быстро бегите к бассейну. А ты? А я должна отвлечь наших гостей, Ирина Руш объяснит тебе. Поймайте Леди Баг и заберите у нее Камень Чудес. Ловите ее, а я побегу за Маринет. Твой ход, принцесса! Пора раскрыть свой секрет, Маринет. Не сопротивляйся, скоро ты сделаешь все, что я скажу, Леди Баг. Для начала ты отдашь свой Камень Чудес. Пора. Тебе не сбежать от меня! Вернись в реальность! Катаклизм! Спасибо, Леди Баг! Ты больше не причинишь зла, маленькая Акума. Время очиститься от зла! Поймала! Пока-пока, маленькая бабочка! Чудесная сила, Леди Баг! Сделано? Сделано! Ты совершила много ошибок, Леди Баг, и в будущем совершишь еще больше. Однажды я наконец-то узнаю твой секрет. Детрансформация. Спасибо, Леди Баг. Знаешь, сегодня я бы вряд ли справилась без тебя и Нуара. Мне повезло иметь таких друзей, как вы. Так что спасибо вам. Это правда, расставание с Лука разбило мне сердце. А из-за того, что я не смогла сказать Адриану о своих чувствах, стало хуже. Любовь очень сложна. Думаю, хватит и дружбы, потому что мне уже и друзей сложно удержать. Не стоит спешить. В конце концов, все наладится. Что бы ни случилось, мы всегда будем рядом. Маринет, когда будешь готова, позови нас. И мы придумаем тебе новый план для того, чтобы признаться кому-то в любви. Девочки, я очень вас люблю. Пока, Маринет. До завтра. Я вас догоню. Мне нужно кое-что сказать, Маринет. Я знаю, что ты не все рассказала нам. Репортеры и лучшие друзья чувствуют это. Я не буду заставлять тебя рассказывать это. Если не хочешь рассказывать, это твое право. Мы всегда будем друзьями.
Маринет, я твой лучший друг и всегда им буду. Поэтому мне больно от того, что я не могу помочь тебе быть менее одинокой. Алья, стой! Не уходи! Ты права, я очень одинока. Так одинока, как никогда раньше, и с этим сложно бороться. Знаешь, почему мы с Лука расстались? Не потому, что он мне не нравится, а потому, что я не могу кое-что рассказать. Знаешь, почему я поставила крест на Адриане? Потому что с ним будет то же самое. Ты права, у меня секреты, и я постоянно вру. Вру друзьям, родителям, вру всем. И хуже всего, что я ничего не могу с этим поделать. Всегда есть выбор, Маринет. Нет, точно не у меня. У меня нет другого выбора. Это слишком большая ноша, Алья. Если так, то мы понесем эту ношу вдвоем. Все навсегда изменится, если я расскажу тебе. Все перевернется вверх дном. Маринет, ты можешь мне довериться, я твой друг. А я... Я Леди Баг. Озвучена командой Юпикс. Роли озвучивали Юпи и Натакекс. Тайминг работы со звуком Амгению Шира. Субтитры Бедабер, Натакекс, Юпи. Заходите к нам почаще, мы ждем вас. Также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, на наш Телеграм-канал и Ютуб-канал.